Ну что ж, начало охоты на ведьм и святую инквизицию мы обсудили, но нам есть еще много о чем поговорить. Как я уже сказала ранее, охота на ведьм практически не затронула Северную Европу и Русь, но вот на Запад она добралась и с новыми поселенцами отправилась в Америку, погубив там немало невинных людей. А меня зовут Ольга Монтро, и давайте вместе погрузимся и обсудим один из самых страшных и абсурдных судов – Салемский суд. Городок Салем был один из первых поселений, основанных пуританами-протестантами. Эти поселенцы отреклись от классической системы церкви, сохранив для себя только молитву, постоянную молитву. Жизнь в только зарождавшейся Америке была тяжела – постоянный голод, холод и болезни. Так что все, чем занимались поселенцы, это трудились, а когда не трудились – молились. Только в таком случае твоя душа попадет в рай. Детям в таких условиях было еще хуже. Детства у них практически не было. Они работали наравне со взрослыми. Если ребенок начинал шалить или играть, это значит, что им заинтересовался дьявол. В таком положении, вечно запуганные колдовством, дьяволом и адом, дети либо трудились, либо молились. А, как я уже сказала ранее, страх перед ведьмами приплыл в Америку с новыми поселенцами. Суды над ведьмами проходили практически на всех территориях, но были достаточно немногочисленны. Все проходило точно так же на государственном уровне, как и в Европе. Ведьм ловили, сажали в тюрьму и судили. И, как вы знаете, обычно суды оканчивались не хэппи-эндом. Так случилось и в январе 1692 года, когда у дочери пастора Сэмюэля Перриса, 9-летней Элизабет Перрис, и его же племянницы, 11-летней Эбигейл Уильямс, начались приступы. Девочки кричали, рычали, прятались под мебелью, принимали странные позы. А во время молитв девочки кричали и говорили, что им больно. Был вызван доктор Уильям Грикс, который не только был доктором, но и пастором. Он быстро определил, что это не болезнь и уж, конечно, не детские шалости. Это все происки ведьм. Вот это поворот, да? Девочки быстро подхватили эту идею и сказали, что чувствуют чье-то воздействие. И не просто чье-то, а колдовала их няня, пожилая рабыня Титабу, которая нянчила девочек с самого рождения. Конечно же, бедную Титабу арестовали и заключили в тюрьму в ожидании суда. В это же время в Салеме стало плохо еще нескольким девочкам. Одна из них – 12-летняя Энн Патман. Всех их осмотрели, и диагноз был такой же. Над детьми издеваются ведьмы, забирая их жизненные силы. Но Титабу уже была под стражей, за ней следили. Пришлось искать других приверженец дьявола. В голодающем и выживающем, озлобленном друг на друга обществе сразу пошли доносы, и нашлись несколько ведьм. И вот кем они были. Сара Осборн – женщина-калека с очень плохим здоровьем и мужем – индейцем. Марта Корн – незамужняя и имевшая сына от индейца, плюс никогда не давала себя в обиду и всегда отвечала мужчинам на равных. Сара Гуд – вдова и нищенка, а также единственная курящая женщина в городе. Какие уязвимые и удобные цели для травли. Всех их отправили в тюрьму. Через какое-то время в церковь пришла 4-летняя малышка, дочь Сары Гуд, Дороти. Она сказала, что так же, как и мама, она ведьма, и ее тоже нужно арестовать. Тем самым ребенок фактически подписал приговор всем женщинам, которые уже были заключены. Но винить ребенка нельзя. Она же не понимала, что происходит, и просто хотела быть рядом с мамой. Таким образом, уже были заключены 4 женщины и ребенок. Но истерия уже набрала обороты, доносы не прекращались. И девочки, которые до этого обвинили Титабу, обвинили еще 2 женщин, близких друзей семьи. Ими были Ребекка Нёрс и Рэйчел Клинтон. Также арестовали Марту Кори, пожилую женщину, и обвинили ее в колдовстве лишь за то, что она сказала, что девочки – лгуньи, а плененных женщин нужно отпустить. Но и это не все. Также обвинили и арестовали Сару Клойд, Элизабет Проктор и еще несколько женщин. Еще чуть позже были арестованы и также обвинены в колдовстве и поклонении дьяволу мужчины, заступившиеся за своих жен. В их число попал и бывший пастор Джордж Бэрроуз. Он также усомнился во вменяемости и вообще всего происходящего. Но состоялся суд. И главными свидетелями были те самые девочки Элизабет Перрис, Эбигейл Уильямс и Энн Патман, а также еще несколько других, чьих имен мы не знаем.
И, к несчастью, девочки очень вжились в роль. Они обвинили всех заключенных и говорили, что даже после того, как ведьм арестовали, их духи приходили к ним и угрожали расправой. Возможно, вы спросите, и что, никто даже не подумал о том, что девочки, как бы это так сказать, выдумывают? Отвечу коротко – нет. А те, кто предположил, что девочки, возможно, выдумывают, также попали в число заговорщиков и поклонителей дьяволу. Дело вообще рассматривалось очень серьезно. А в защиту девочек могу сказать лишь то, что они жили, постоянно трудясь, не веселясь и не играя. А от вечных молитв они уже, наверное, просто сходили с ума. Так девочки и решили притвориться больными. А там уж все закрутилось, завертелось. А уже позже, если бы они признались в обмане, им бы это очень дорого обошлось. Как минимум, жестким наказанием и избиением. Как минимум. Все арестованные, к сожалению, и да, конечно же, проиграли суд. Хотя им дали возможность заступиться и защитить себя. Очень своеобразно и жестоко. А женщин, например, сталкивали с высоких обрывов. Если взлетит, значит ведьма. А если упала и разбилась, ну что ж, значит попадет в рай. Или, например, было придумано своеобразное изощренное приспособление – стул-маятник. Ведьму привязывали к стулу и с помощью маятника опускали под воду, в реку. Если дышит под водой, значит ведьма. А если нет, то либо упокоится с миром, либо если ее все же спасли и достали из воды, то дальше будут судить. Также был еще и тест на ведьму, он был достаточно легок. Всего лишь не запинаясь, надо было прочесть молитву. На этом суде также применили тест молитвой, и многие прочли не запинаясь, но почему-то результаты не были учтены. Или, например, пытка камнями. Для тех, кто продал душу дьяволу, камни легче легкого, как пушинка. И вот эту пытку применили к бывшему пастору Джорджу Бэрроузу. На тот момент ему было 80 лет. Его связали, а поверх него клали камень за камнем. И все, что от него нужно было, это признаться, что он поклоняется дьяволу. Но он молчал и терпел. А упокоился он с миром лишь спустя 2 дня под горой камней. Извините за такие жесткие подробности. Но так и проходил суд над ведьмами. Которые, кстати, все ведьмы проиграли. И были приговорены к высшей мере наказания. А вместе с ними еще и несколько поселенцев, которые во время суда также вступились за ведьм. 22 сентября 1692 года была повешена последняя ведьма – Марта Кори. В это время все окончательно вышло из-под контроля. И ведьм начали находить не только в Сальме, но и в соседнем городке Топсфилд, а также в достаточно крупном – Бостоне. Житель Бостона Джон Олден был очень почитаемым господином, бывшим капитаном и участником завоевания земель. Что он сделал такого, не уточняется, но его уличили в сговоре с дьяволом и посадили. Позже ему одному из немногих удалось сбежать. К маю 1693 года были заключены уже более 150 человек. Из них 19 человек были повешены. 2 умерли в тюрьме. 1 во время пытки. Остальные ожидали суда и такого же приговора. Когда к суду подключился наконец-то здравомыслящий человек, или, может быть, он тоже был ведьмой и спас своих, кто знает. Так вот, подключившийся к суду Инкрис Мезер усомнился в показаниях девочек и в других обвинениях. Он снял обвинения со всех заключенных и во время оправдательной речи произнес: «Лучше допустить то, что несколько ведьм выживут, чем то, что будет казнен невиновный человек». После окончания суда девочки, обвинившие многих людей, сказали, что, возможно, они и правда ошиблись. И это может быть помутнение их рассудка из-за усталости. О да, приятная новость для тех 22 человек, которые уже погибли. В итоге всю эту истерию так и назвали. В честь города, откуда все пошло. Салемский процесс. Кстати, еще один факт. Спустя уже 5 лет, в 1697 году, верховный судья признал, что была совершена ошибка. Доказана абсолютная невиновность всех людей, осужденных во время Салемского процесса. Наказание за обвинение, лжесвидетельство и неграмотный суд так никто и не понес. А если вы когда-нибудь поедете в США,
и будете в районе городка Салем, обязательно посетите его. Так как городок сохранил историю самого процесса, там есть памятные места, а также музей. В следующем же видео мы погрузимся в биографию великолепной Мари Лаво, историю Нового Орлеана и Вуду. А с вами была я, Ольга Монтро. Огромное спасибо за просмотр и поддержку, за ваш лайк, комментарий, подписочку и колокольчик. А также не забывайте про спонсорскую подписку, все деньги с которой идут в помощь приютам для животных. Еще раз спасибо за просмотр и пока-пока!